Всем привет! Сегодня у нас снова челлендж! Этих вещей ровно 20 штук. Начнем! Шатик помогает одеваться, да? Помогаем. Вместе одеваемся. Ну все, голова большая. Аккуратненько, не ругаемся, да? Твои глазки, Решатик. Где твои красивые глазки? Аккуратно одеваем. Помогай, помогай. Так, майка первая, футболка вторая. Итак, третью футболку одеваем. Один, два, Решат читает, да? Одеваем. Как тебе удобно одевать? Шатик еще может одеваться? Место есть? Силы есть? Мучаем Решатика! Когда еще так помучаем? В следующем видео мы будем Мирика мучить. Оденем не 20 одежд, а... Сколько? 30, 40. Сколько выдержишь? Одеваем, одеваем, одеваем. Это какая по счету футболка? Пятая. Пятая. Решатик, помогай одевать, помогай. В садике сам одеваешься? Да. Да, или воспитатель тебя одевает? Аккуратно, Ирик. Цыпленок. Давай, давай, одевай, одевай. Это пока футболки Решата. Потом пойдут футболки Ирика. Потом пойдут кофты, куртки. Посмотрим, за сколько мы минут справимся. Шестая футболка. Решатик, помогай Ирику. Пока же есть у тебя силы одеваться, да? И место есть. Давай, одевайся. Так, седьмая, еще оранжевая. Апельсинчиком сейчас будет Решатик. А Эрик красное яблочко. Одевай. Чу-чу-чу-чу-чу, что там шепчутся они. Давай, апельсинчиком сейчас будешь нашим. Решатику тяжело стало, да? Стоп. Говори. Мне становится тяжело. Терпи, терпи. Восьмая футболочка пошла. Решатик, терпим, терпим. Котенький ты наш.
11. Кстати, помогай, руки сперва пусть. Пусть руки сперва одевает тогда. Скоро кофты пойдут, потом куртки. Посмотрим, как куришь, Адик будет толстый. Ножки тоненькие будут, а живот огромный. Толстый дядь. Дальше одеваем, одеваем, одеваем скорее. Опять апельсин, апельсинчиком становится. Можешь сперва руки одевать. Все, что там есть, все на тебе будем одевать. Немножко терпения, Решатик. Может, сначала рукава одевать, потом только голову. Ему так тяжеловато. Да? Да. Кофта. Теперь ручки помучаем наши. Здесь уже с рукавами пошли. А как мы это все снимать будем? Ой-ой-ой. Надеюсь, быстро будет, да, Решат? Это мучительно. Паша, ты на север собрался? Нет. Нет. Ирик тянет сзади, Решат тянет спереди. 15. Давай, давай до конца уж доведем. Нет, нет, нет. Можешь не застегивать. Одевайте следующую кофту. Рукава ему поправь. Все нормально? Руки Решат вытяни. Может, так легче тебе будет? Ой, как она оказалась у тебя там. Какая по счету? Вот эта кофточка сначала, да? Одевай. Рукава одевай, рукава. На голову не одевай, рукава одевайте. Ирик, рукава одевай. Помогай ему, ему тяжело. Ну все, толстый Решатик стал. Не может влезть в свою кофточку. Маленькую. Конечно, ты сильный мужчина. Давай руку, потяни наверх руку. Давай, 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 Решат. Так, следующая кофта пошла. Да, вот это вот. Одевай. Угу. 17-я, да, одежда?
17, и еще потом курточка одна, и потом курточки две остались. А представьте, как толстому человеку тяжело одеваться. Ой, какие рукава большие. Какое пузо, да? Пеньонок у тебя видно. Давай руку тяни, Рику, помогай. Руку потяни. Юстас. Покажи рука. Ну, одевай следующую кофту тогда. На эту руку одевай. Эту руку одевай. Все. Правую руку одевай, правую. Правую руку одевай его. Это левая рука. Что, забылся? Все. Следующие у нас остались еще две курточки. Эту куртку одеваем. Можно и капюшон надеть сейчас. Интересно, застегнуть получится, нет? Какой ты большой. Так, рукава одеваем. Получится, нет, рукава одевать? Может, на пол встанешь тогда, если настройки неудобны? Все, все, не, если не полезает, не надо, все. Следующая куртка, на другую руку одевай. Последняя куртка, 20-я одежда. Шатик, терпение тебе и сил, сыночек. На голову не одевай руку, одевай руку. А что ты ему голову одеваешь? У нас получился толстенький решетик. 20 одежд. Кто так сможет, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, если вам понравилось это видео.